Богатым, с новым городом, с новым счастьем. Клаус – это испанский новогодний фильм, в котором главный герой Жеспер растет в богатой семье и в чем не нуждается и ужасно избалован. Но чтобы его перевоспитать, отец отправляет его на остров Смиренсбург, где он должен создать почтовый офис и отправить 6000 писем, чтобы отец разрешил ему вернуться домой. Но оказывается, что желающих отправлять письма вообще нет. Уже практически отчаявшись, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус. Их знакомство положит начало жизненным событиям. Это лучший фильм для поднятия новогоднего настроения. Всех наступающим Новым годом! Тебе бы хотел рассказать про новогодний мультфильм «Гринч». «Гринч» — это очень добрый, веселый новогодний мультфильм. А то, как «Гринч» возненавидел Новый год и хотел лишить всех подарков. Но потом он знал то, что это очень хороший день, и добрел. Желаю его посмотреть и поздравляю всех с Новым годом. Я знаю немало фильмов на новогоднюю тематику. Но, наверное, мой самый любимый – это первая часть «Один дома». Это заслуженно очень известный и культовый фильм, который также, несмотря на то, что я его регулярно пересматриваю, остается для меня очень смешным и атмосферным фильмом. С Новым годом! Всем привет! Я Иванов Арсений. В эти новогодние каникулы советую посмотреть «Человек-паук. Нет пути домой». Этот фильм мне понравился тем, что в нем столкнулись злодеи из всех фильмов про Человека-паука. Хорошая операторская работа, большое количество отсылок на предыдущие фильмы, интересное развитие сюжета и спецэффекты смогли меня порадовать. Самая лучшая сцена была с появлением трех Человека-пауков. На ней я радовался больше всего. В зале аплодировали. В общем, этот фильм заставил меня и радоваться, и грустить. По моему мнению, этот фильм получился даже лучше, чем «Мстители. Финал». Всех с новым 2022 годом! Привет, я Варя. Сегодня я расскажу про мультфильм «Робин Робин». Анимационная студия специализируется на пластилиновой стоп-моушен анимации и подарившей миру Олеса и Громита, Барашка Шона и Побег из Курятника. Но на этот раз персонажи мультфильма не пластилиновые, а связанные из шерсти. Главный герой мультфильма – птичка Мариновка по имени Робин. Выросла в семье мышей, поэтому считает себя мышью. В канун Рождества после неудачи Робин решает доказать своим домашним, что способна в одиночку раздобыть праздничный ужин. Я советую этот мультфильм и взрослым, и детям. Он обязательно развеселит всех в новогодние праздники. Всем привет! Меня зовут Коля, и сегодня я вам расскажу про фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Он был снят кинокомпанией «Мосфильм» режиссером Леонидом Гайдаем в 1973 году. В фильме рассказывается о том, как изобретатель Александр Сергеевич Тимофеев, или же Шурик, создает машину времени и открывает портал во времена Ивана Грозного. Однако из-за поломки
царь Иван Грозный и необычайно похожий на него Иван Васильевич Бунша вместе с вором Жоржем Милославским меняются местами. Царю Ивану Грозному предстоит освоиться в современном мире, а Бунше Милославскому уцелеть во времена Ивана Грозного. Мне очень понравилось, и я всем его советую посмотреть. С Новым годом! С Новым!